Господин примар стал счастливым обладателем этой квартиры. То есть господин примар, генеральный примар города муниципия, приобрел квартиру у своего подчиненного, который сейчас занимает незаконный пост дирекции управления транспорта. В связи с тем, по решению муниципального совета, он был уволен. Самое интересное, данная квартира, договор купли-продажи, квартира находится по Мирзичелбедрин 13-2. Договор купли-продажи был заключен 20 ноября 2015 года, а сам контракт зарегистрирован в кадастре почему-то 1 февраля 2016 года. На наш взгляд, это сделано именно во избежание декларации, и декларации в следующем году. В прессе уже было изучение этого вопроса о приобретенных господином Кертуакой квартирах. Той зарплаты, которую он получает официально, не хватает на приобретение и на погашение кредитов по данным квартирам.